Воспитанники районных подростково-молодежных клубов объединения «Перспектива» в седьмой раз разыграли Кубок Великой Победы. Ежегодное состязание по многоборью посвящают подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. По традиции соревнования открылись минутой молчания по погибшим и торжественной церемонии возложения цветов к памятнику юным героям обороны Ленинграда. Для всех желающих работал открытый микрофон. Со сцены звучали авторские стихи, песни военных лет и воспоминания главных гостей праздника – жителей блокадного города. Мы считали себя взрослыми, потому что многие были ответственны за свои семьи. Отцы же были на фронтах. Идешь в магазин с карточками. Там до 6 он работает, после 6, а в магазине полно народу, после 6 магазин запирается, мы всю ночь стоим там в очереди, получаем хлеб, нас выпускают, мы идем домой. После официальной части праздник продолжился на спортивном стадионе. 8 клубных команд «Перспективы» померились силой, ловкостью и мастерством в военно-спортивном многоборье. Среди этапов – бег, прыжки в длину, строевой смотр и подтягивание. Поучаствовать в Кубке Великой Победы разрешили и зрителям. Вдохновившиеся спортивными достижениями участников, пришедшие могли размять косточки на специальных площадках с гирями, настольным хоккеем, шахматами и шашками.